Сеть ресторанов «Синдикат вкуса» предлагает нам с вами пройтись по вот этой красной официально торжественной дорожке для того, чтобы оказаться в ресторане 44 Favorite Place. Сегодня, между прочим, середина лета, а это открытие сезона арбузов. Это такая красная, сочная и сладкая ягода. Синдикат вкуса, а именно ресторан 44 Favorite Place, как никто в городе, устраивает ежегодную уже вечеринку в стиле арбузный Хэллоуин. Ну вы действительно пионеры в этом виде. Мы решили сделать летом такой арбузный Хэллоуин, это как веселая пародия на Хэллоуин. Девчонки, вы так кружились, можете еще раз так покружиться? Ой. Мне так нравится, когда с двух сторон кружатся, такой некий такой, как бутерброд, нет, не бутерброд, как шаурма. Скажите, вы одеты так, в красненьком, потому что? Потому что сегодня вечеринка. Какая? Арбузный Хэллоуин. Да? Я думал, что это сегодня день пожарников, а вы? Нет, мы сегодня пришли поарбузить. А что значит поарбузить? Ну, каждый год нас приглашает этот ресторан, именно этот ресторан, прийти на арбузный Хэллоуин, выпить коктейли арбузные, покушать блюда с арбузами, ну и повеселиться. Всегда атмосфера в 44 располагает на веселье, всегда. А поэтому сюда этот праздник и как нельзя кстати. Именно в 44 мы решили это сделать именно таким традиционным, уникальным праздником. Может быть, для тебя секрет, но я тебе его раскрою. Сегодня арбузный Хэллоуин, ты в кепке и в тельняшке. Как ни странно, да. Это какой-то... Правильно, Паш! Ты ж полосатый, потому что арбуз что? Полосатый, представляешь, как креативно, как мы чувствуем, да, эту драматургию. Вот представляешь, утром ты просыпаешься со своей девушкой, она говорит: «Милый, сегодня такой праздник, арбузный Хэллоуин. Что ты мне подаришь? Что делать будем?» Бежать за арбузом. Приглашенный гость из Киева, диджей проект Rival Sound. Это такой диджей, который играет не только хорошую музыку, но и круто выглядит. У него такая интересная голова, специально эксклюзивная для нашей вечеринки. Он сделал ее арбузной. Это не просто человек, который профессионально составляет треки, но имеет еще электронную голову на плечах.